и хобби, и моя основная работа в одном лице. Я не знаю даже, что для меня больше значит. То, что я делаю готовые изделия, я пишу картины маслом, делаю украшения, это одна часть. Или для меня важнее вот обучение. Приятно то, что все самовыражаются, то, что у всех получаются разные вещи. Даже если один и тот же рисунок, одна и та же салфетка, изделие получается у всех свое. Мне приятно видеть людей, когда они заинтересованы, когда они мастерят. Когда их даже окликаешь, они не слышат, они все в своей работе. Вот. Приятно то, что они приходят сюда, и они потом дружат, независимо от нашего кружка. Они, то есть, тут знакомятся и находят себе друзей и по увлечениям, и вообще просто друзей.